Лазерная коррекция должна делаться один раз и на всю жизнь. Это, безусловно, не всегда является стопроцентной гарантией. Бывают всегда исключения, исключения из правил, которые это правило подтверждают. Мы заранее, опять-таки, на диагностике можем предвосхитить прогрессирующую близорукость. Если таковая имеется, мы не оперируем пациента, ждем стабилизации. Если по причине анатомической особенности строения роговицы и ее слабости произошел все-таки регресс, то проводится повторная диагностика, выясняется возможность проведения докоррекции повторной, если это возможно, то коррекцию проводят. Не нужно забывать о том, что после 40 лет у людей меняется зрение вблизи, и ближнее зрение требует очковой коррекции, лазер это не убирает.